О девайсе, который контролирует осанку, узнали за границей. Медвикс вышел на международную арену. На платформе Kickstarter появилась страница инновационного девайса. Кристина Немченко продолжит далее. Kickstarter – это краудфандинговый международный ресурс, где изобретатели, компании и люди со всего мира представляют свои разработки. Каждый проект проходит серьезную модерацию. Там отбирают только наиболее успешные разработки. Этой ночью одесский Mavics попал на платформу. В чем заключается суть? В том, что, как правило, это цены там очень низкие, то есть они отличаются от тех цен, которые будут в магазине, на полках там или на сайте, или в том же Амазоне. Вот. Но люди как бы больше участвуют именно в создании идеи, они являются в самом начале, когда еще есть только прототипы, когда нет массового производства. Девайс, который изобрели студенты Одесского политеха, теперь могут приобрести в Америке и во многих странах Европы. Mavics стоит $49. Это маленький девайс, который помогает контролировать осанку. Выглядит как брошка, крепится на одежду за счет магнитов. Сначала вы одеваете девайс под одежду, закрепляете с помощью магнита. После этого вы принимаете комфортное положение для вашей осанки и калибруете с помощью приложения. То есть это ваш позвоночник, и сейчас я сижу ровно и запоминаю свое положение. Для того, чтобы Mavics заработал, надо установить приложение. Когда человек сутулится, девайс, закрепленный на одежде, начинает вибрировать. А на экране смартфона появляется оповещение. В приложении можно посмотреть статистику хорошей и плохой осанки. Идея пришла где-то весной 2015 года. Это было, мы были три основателя. Я, Максим Трибунский, Владислав Маржанов. Готовились к студенческому конкурсу, и, собственно, родилась в каком-то синергии такая идея создать девайс, который будет контролировать осанку. Потому что мы сами все программисты, мы сами видели, как люди сутулятся, мы видели, насколько актуальна эта проблема, и что ее надо как-то решать. Пока Mavics представлен в двух цветах – черном и белом. Но разработчики обещают расширить линейку. Естественно, девайс не заменит плавание и спорт, не исправит искривление позвоночника. Он может только предупредить и привить привычку правильной осанки. Кристина Немченко, Валентин Мирза, 7 канал.